Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите, выполнено профессионалами. Привет, народ! Сегодня я, как обещал, хочу сравнить, пока еще есть что сравнивать, два шотландских виски. Это Клансман и Гленстаг. Оба они куплены в сети Бристоль. В общем-то, бутылки просто очень похожие. Всем прям. Я поэтому решил попробовать их, ну, как бы один за одним. Итак, значит, не откладывая в долгий ящик, наливаем. И последний Клансман, да? Больше его у нас пока нет, покупать мы его больше не планируем. Клансман, в общем-то, все. Ну, после бутылки на стол не ставят, поэтому я ее уберу. Примета есть примета. Все мы становимся суеверными. Итак, что можно сказать? Значит, по цвету Гленстаг, он потемнее, прям видно сразу, да? Более янтарный. А Клансман более светленький такой, пшеничный. Яркий цвет очень. Довольно-таки приятный оба. Оба прозрачные, оба ничего там не плавает. Все хорошо. Ну что, подождем, дадим виски постоять немного, чтобы понять. Хотя давайте понюхаем сразу, что. Вот мне кажется, Клансман пахнет поприятнее. Вот честно. У Гленстаг прям какая-то отдушка как будто присутствует в запахе. Ну, отдушка в плане какой-то ароматизатор. Ну ладно, давайте, пусть постоит. Цена у вискарей, в принципе, одинаковая. Более-менее там около 600 рублей. Поэтому я думаю, что сравнить можно. Пусть стоит. Ну что, вроде постоял. Непонятно, как пробовать один за одним так, чтобы, в общем-то, послевкусие одного не перебивало вкус другого. И обжигающий эффект, в общем-то, не парализовывал вкусовые рецепторы. Непонятно, но я думаю, начнем с того, что на запах поприятнее. Его мало, и поэтому надо бы попробовать его, потом Гленстаг, в общем-то, и потом снова Клансман. Будем пробовать. Ждем послевкусия, конечно. Я помню, у Клансмана были какие-то нотки меда, что ли. Ну, в общем-то, по-прежнему торфянистость есть у напитка. Сладковатенький. В принципе, приятно. Приятно по-прежнему, в общем-то. Ну, не откладывая. Или рано. Слушайте, ну, вот прям Гленстаг я брать больше точно не буду. Появилось. А почему в тот раз я не заметил, интересно? Какой-то неприятный дополнительный запах появился. Не знаю. Что творится с рецепторами? Ну, что его нюхать, да? Надо попробовать. Ну, на вкус, в принципе, запаха этого нет. Вкуса, соответственно, тоже. Значит, что можно сказать? Не знаю, но Клансман вот реально поприятнее. Этот более водянистый. В общем-то, Гленстаг. Почему-то сегодня послевкусие ни от одного, ни от второго я не чувствую. К сожалению. Очень жаль. Не знаю, с чем это связано. Видимо, не тот день, когда можно пробовать эти вискари было. Но что делать? В общем-то, по выводам. Клансман мне понравился больше. Идет он помягче. Гленстаг идет как-то пожестче. В общем-то, обжигает посильнее. Несмотря на то, что оба они 40-градусные.
Вот выпил я его, да, и до сих пор у меня пищевод еще прям чувствует алкоголь, как по нему проходит. И, ну, эффект довольно-таки приятный зимой, да. Но вот для сравнения он мне не нужен, конечно, этот эффект. В общем-то, мой выбор Клансман, ребят. Гленстаг, хоть и я думал, что поприятнее мне будет, вот Клансман мне нравится. Ну что ж, я думаю, сравнили. С колой сравнивать смысла, я думаю, нет. Поэтому на этом, наверное, мы и закончим. Так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Будет интересно.